Сегодня мы с сотрудниками Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности поприсутствовали на занятии у коллег из Фортума для того, чтобы воочию глазами посмотреть, что такое защитные сооружения, как они приводятся в готовность, как укрываются люди, в каких условиях они находятся, как включаются фильтровентиляционные обстановки. В департаменте основной состав – это работники такого офисного плана. И лучше, как говорится, один раз посмотреть, как это происходит все вживую, чем читать документы, что-то слышать, что-то там смотреть по телевизору. Так сказать, вжились в роль укрываемых сегодня. Готовность гражданской обороны, один из вопросов, это готовность к укрытию населения. И защитные сооружения, которые находятся на территории нашей страны, в том числе и на территории Тюменской области, как правило, находятся в собственности государства, федеральной собственности. И на сегодня есть планы по передаче их на соответствующие уровни бюджетов, муниципальную собственность, областную собственность и объектам, категорированным по гражданской обороне, для того, чтобы их восстановить до той степени готовности, когда они смогут выполнять свои функции.